слышала, что приходили люди уже третий день и не выдержали. Сказали, мы сдаем. Мальчик вот тут вот с Донецка стоит, да, с девушкой. Тоже у него постоянное место прописки, точнее как, у него нет справки с места прописки. И он, ему нет никаких оснований, на нужно вносить в списки выбор семьи. Так и у меня, пусть повесили по объявлению. Вопрос неорганизованный, поскольку неорганизована очередь. На дверях написано одни часы приема, девочки выходят на перерыв, приемные уходили, никто не хочет организовать, что мы даже не знаем. Стоит ли нам стоять, либо... А какой вопрос у вас? Вопрос о том, чтобы внесли в списки и сказали, какую избирательную дату. Поскольку переселение здесь 14-го года.